2008 год. Эксперимент в обычном детском саду в спальном районе Москвы. Пятилетним малышам психологи предложили поиграть в праздник. Дети сели за стол и начали чокаться стаканчиками с водой. Пройдет всего несколько лет, и воду дети заменят чем-нибудь покрепче. Я начал пить, точно не помню, но в 11-12 лет примерно. Ой, для лет 12? Да, лет 12, здесь сидит. Первый раз, в лет 11, наверное. Там какой-то коктейль был. От 1 до 6 литров пива. От 2 до 5 банок алкогольных коктейлей. Такую дозу алкоголя принимает среднестатистический школьник в России. Каждый день. Ситуация просто катастрофическая. На начало 2006 года официально признаны алкоголиками около 60 тысяч детей. Реальное число несовершеннолетних, страдающих алкоголизмом, намного больше. Посмотрите вокруг. То есть друзья ваших детей, вот если вы возьмете трек друзей, двое из них уже пьют. Согласно исследованиям, из общего числа употребляющих алкоголь 92% россиян приобщились к спиртному в возрасте до 15 лет, а каждый третий до 10 лет. Ну, самому младшему нашему пациенту вообще это было 7 лет. Ну, я начал 10 лет употреблять алкоголь. Прямо на день рождения. Ну, как бы друзья сказали, давай, ну, уже 10 лет там. И мы начали. Сначала не так, потом уже большее количество началось. Больше, больше. Мише 15 лет. Он ученик первого курса технического колледжа города Москвы. Диагноз – алкоголизм. Кате 14 лет. Диагноз алкоголизм ей поставили в 13. Ну, в нашем классе был человек 30, 10, ну, наверное, не пило. Ну, нормальные все были, учились хорошо, а остальные все пили, курили. Мы не можем показать лица этих детей с точки зрения закона и этики, но достаточно оглянуться вокруг, и вы увидите их. Возле киосков и магазинов, на скамейках, в скверах, просто на улице. Дети с бутылкой пива или банкой коктейля в руках. Обычные мальчики и девочки, школьники и студенты. Чуть ли не каждый месяц вот ко мне на прием приводят подростка 13-14-летнего, мальчика или девочку, который имеет эту проблему, проблему зависимости от алкоголя. И вот эта тенденция, к сожалению, она имеет особенность усугубления. По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление в год более 8 литров алкоголя на человека в стране ведет к необратимому угасанию этноса. В России среднее количество спирта на человека от 15 до 30 литров. Никто не учитывает, какая доля алкоголя приходится на российских детей. 10, 30 или 60%. Если это ваш ребенок, то вам не важно, что там 80 или 60%. А если вашего ребенка втянули в этот алкоголь, значит, для вас это уже, считай, конец. Я помню, даже после школы пошли как-то. Я взяла свою одноклассницу, еще с параллельного класса. Пошли в магазин сразу. А, девчонка какая-то предложила. Пойдем тоже выпьем. Когда у Кати и ее подруг возникло желание выпить, они без проблем купили спиртное в ближайшей палатке. По закону продавать алкоголь несовершеннолетним запрещено. Мы проводим эксперимент, чтобы выяснить, действует ли этот закон. Это Настя. Ей 15 лет. Она ученица 9 класса. Это Павел, ему 16 лет, он студент колледжа. Владислава, 13 лет, учится в 7 классе. Николай, 15 лет, ученик 9 класса. Это обычные школьники. Сегодня они станут участниками нашего эксперимента. Добровольно и с разрешения родителей. Каждый ребенок получает задание купить в разных районах Москвы спиртное, бутылку пива, банку алкогольного коктейля. Процесс покупки будет снимать мини-камера, спрятанная под одеждой.
Детей незаметно для окружающих сопровождает съемочная группа. К палатке с надписью «Продукты» направляется участник нашего эксперимента, 16-летний Павел. Обычно бы вот бутылку пива за 41 рубль. И коктейли у вас есть? Алкогольные коктейли, согласно последним социологическим опросам, самый покупаемый напиток среди детей от 13 до 17 лет. Разноцветные баночки стоят среди шоколадок и лимонада и маскируются под газировку в ярко раскрашенной упаковке. По виду они практически неотличимы. По цене тоже. Спасибо большое. Коктейли, да, это в принципе, я считаю, продукт, предназначенный для подростков, то есть задуманный для подростков, потому что они чаще всего оформлены таким образом, что целевая аудитория понятна. Они такие же сладкие, они такие же вкусные, но в них есть и немножечко алкоголя. Чем слабее, чем ярче накрашено, чем меньше градусов, тем большую социальную опасность представляет этот алкоголь. То, что все это направлено на наших детей. Две-три банки. Две-три банки. Ну, не, ну да, где так, да, две скорее. Это как нормально, да, вообще. После школы баночка, это уже все пошло в традицию. Есть, которые выпивали вот этих ягуаров, 9 штук. Раз. Некоторые просто ими живут и пьют каждый день. Лабораторное исследование одного из самых популярных у молодежи коктейлей. Содержание в нем этилового спирта 9%. А это значит, что одна банка коктейля эквивалентна 50 граммам водки. Две банки – это 100 граммов. При постоянном потреблении подобных коктейлей, ну, например, две банки в неделю, даже две банки в неделю, можно считать потребителя уже потенциальным алкоголиком. В составе коктейля также обнаружен кофеин. Результаты исследований показали, что в этом напитке содержится где-то 300 миллиграмм на литр кофеина. Одна банка этого напитка соответствует 3-4 чашкам крепкого кофе. Если ребенок выпивает две банки, это, соответственно, 6-8 чашек крепкого кофе. Такая доза сокрушительна для организма даже взрослого человека. Ее воздействие еще усугубляется красителями, ароматизаторами, консервантами, подсластителями. Без них не обходится ни один баночный коктейль, потому что именно пищевые добавки делают эти напитки вкусными и привлекательными. В основном что вы предпочитаете выпить? Ягуар. Ягуар? Да. А почему? Ну, он вкусный. Вкус это специфический, довольно-таки вкусный. Что-то добавляют, и пьянеешь быстро. Огромное количество химических веществ, которых даже не напишут на этикетке, употребляют наши дети. Вот лишь некоторые элементы из данного коктейля. Консервант Е211, бензоат натрия. По последним данным, вызывает изменения ДНК, может стать причиной рака и болезни Паркинсона. Краситель Е129, красный очаровательный. По мнению ряда ученых, ракообразующий канцероген, запрещен в 9 странах Европы. У нас Е211 и Е129 ГОСТом разрешены. Потребитель напитка, на которого равняются ГОСТы, это взрослый здоровый человек, а пьют коктейли наши дети. Был один раз случай, ко мне приехала девочка, вот. И как там был пацан, и мы решили там по 7 банок аж выпили. И все, и домой пошла. Потом эта девочка ключи у меня забыла. Я решила к ней пойти, обратно себе купили. Ну, банок 10, наверное, коктейли выпили больших. Эксперимент продолжается. Настя, ученица 9 класса, получила особое задание – купить пиво в торговой палатке рядом со школой. Так же, как и многие взрослые, дети не считают пиво алкогольным напитком. Для подавляющего большинства подростков это что-то вроде кваса, только круче.
пью нормально, что. Можно бутылочку 4, 3, 2. В хорошей компании можно и 5, и 10. Можно и ящик выпить, в принципе, если есть желание. Да запью. Очень много. Ящиками, да? Ну да, потребляем очень много пива. А что еще пить? Колокольчик, квас, минералку. Это все невкусно. А вот пиво? Пиво – это один из самых опаснейших напитков. Я мог каждый день выпивать по 3 бутылки пива и по 2 банки коктейля каждый день. Кириллу, жителю Саратова, 16 лет. Диагноз – алкоголизм второй стадии. Первый раз попробовал пиво в 12. Пиво относится к слабоалкогольным напиткам, но содержание спирта в нем от 3 до 12%. Один из компонентов пива – хмель, источник особых веществ – фитоэстрогенов. Это растительный аналог женских половых гормонов. Если ваша дочь пьет пиво, вы должны понимать, что в будущем ее ожидает бесплодие и, возможно, рак яичников и груди. Избыток женского гормона в организме ребенка приводит к тяжелым нарушениям всей эндокринной системы. Обращали внимание, что очень много полных детей. Мальчики становятся похожими внешне на девочек. Почему? Потому что пиво может вызывать нарушение правильного соотношения между эстрогенами и андрогенами. То есть идет феминизация мужского пола, можно сказать. Употребление пива длительное ведет к тому, что там, ну, к 25 годам, может быть и раньше, формируется такое вот, ну, феминное, в общем-то, распределение жира, да, то есть это животики, это верхняя часть груди, это бочка. Если ваш сын пьет пиво, то в 30 лет он уже будет не способен к нормальной сексуальной жизни, а в 40 станет импотентом. Вы вспомните эту рекламу, которая годами шла. Кто бежит за Клинским? Самый умный, самый красивый. Кого девки любят, бегут за Клинским пивом. Помните? Убедили молодежь, побежала молодежь. Кто бежит за Клинским? Да будущие ранние импотенты. Вот кто бежит за Клинским. Знать надо это. Необходимо также знать, что у ребенка, впервые дегустирующего пиво, естественная рвотная реакция на алкоголь не возникает, как в том случае, когда он пробует водку или самогон. Функция пива – прокладывать к ним дорогу. По данным ученых, 90% сегодняшних алкоголиков именно с пива начали свое путешествие в никуда. Общественное мнение, мода – все направлено на то, чтобы сказать детям: алкоголь – это не опасно, алкоголь – это хорошо, пиво – это вообще пожалуйста, купил пиво, и ты молодец, и ты шикарный, и ты авторитет. Здрасте, а пиво можно? Участницы эксперимента, 15-летней Насте, пиво продали. Спасибо большое. По закону, магазины, торгующие спиртным, не должны находиться поблизости от учебных заведений. Путь Насти от школы до киоска занял примерно 2,5 минуты. За переменку можно успеть. Ограничения на распространение алкоголя, там 300 метров возле школ, детских, учебных, все это игнорируется. Наличие мятой 10 или сотенной рублевки. Все остальное не берется в расчет. Вот я могу сказать, даже если им младенец подползет и протянет эту десятку и что-то там покажет пальчиком, ему продадут. Это я уверен. На вопрос, пьют ли дети в школе пиво или какие-либо другие алкогольные напитки, большинство учителей, которых мы опросили, ответили утвердительно. Пьют они не только за пределами школы, но и буквально на уроках распивают спиртные напитки. Буквально при учителях они могут достать какой-нибудь легкий коктейль или пиво, а еще смешивают в бутылке от газировки коктейль и вперемешку с крепкими напитками, например, с водкой. Были такие случаи. Таким вот коктейлем, когда водка смешана с тоником, школьники пытались угостить и меня. Да. На уроке. У нас, можно так сказать, выпускной, а мы решили не идти туда, потому что не видим резона, так как все наши одноклассники
даже вместе с учителями сяду за спиртные напитки, а нам это, ну, как-то неинтересно будет. Да, конечно, можно сидеть, не пить, просто смотреть интеллигентно. Вот, кто-то упал, юридическое отступление. Но я считаю, что, ну, все равно будет неинтересно. Потому что люди выпившие, у них уже появляется какое-то другое увлечение. Мы обследовали несколько школ в Красноярском крае. Обследовали первые классы. Выяснили, что в первом классе регулярно, раз в месяц, как минимум, употребляют пиво 5% детей. Причем не считают это ничем зазорным. А в 11 классе раз в месяц хотя бы употребляют алкоголь 95% детей. Вы представляете, трезвые зашли, пьяные вышли. А уж выпускной вечер, нонсенс, понимаете, детей выпускают в жизнь с бутылкой под мышкой. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь ему с утра встречает. Учи и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Но мы удивляемся не тому, как, что 95%. Мы удивляемся тому, как вот эти 5% сохранили вот эту трезвую девственность. Вот как они сумели сохранить при таком накате, при таком, так сказать, бешеном нажиме алкогольной пропаганды остались трезвыми. Вот что удивительно. Напитки алкогольные употребляют далеко не хулиганы, а как раз наоборот, чаще дети из обеспеченных семей, то есть это избалованные дети, и дети отличники, хорошисты. Отец кандидат наук, там, мама, ну, тоже, в принципе, никогда не видел родителей своих пьяных, то есть, ну, как бы, были праздники, да, я помню, в детстве там спиртное, но это все как-то, я не видел никогда, что кто-то шептался там, дрался, ругался, кричал. А попробовал я как бы с друзьями в компании, и как-то вот так получилось, и сразу же втянулся в это. Андрей – выросший ребенок-алкоголик. Ему 24 года, алкогольный стаж – 12 лет. С трудом окончил школу, бросил институт, не дотянув до третьего курса. Сейчас проходит лечение в реабилитационном центре, находится в длительной ремиссии, то есть не пьет. Если раньше мы имели дело с ребятами из неблагополучных семей, и к нам привозили детей из интернатов, из детских домов, детей-сирот, полусирот, то сейчас поступают дети на обследование из благополучных семей. Дети, которые учатся в колледжах, специализированных учебных учреждениях, с тремя языками. Дети, которые посещают спортивные школы, которые посещают музыкальные школы. Девочки после музыкальной школы идут и распивают спиртные напитки. Согласно социологическим исследованиям, подростки употребляют алкоголь в 60% случаев, потому что им это нравится, приятно. 15% детей объясняют, что снимают таким образом эмоциональное напряжение. Но не хватало общения, наверное. И вот эта пустота, которая была внутри, я ее искал на улице просто. Какое-то время у меня мама с отцом разошлись, и мне казалось, что они меня не любят, что как бы им не до меня. И как бы хотелось привлечь их внимание, как-то что-то. И дома мне было не особо, мне было одиноко. И я в клубы, дискотеки, друзья, подруги и компании. И в одной компании выпивают, в другой компании колятся. И как бы я начала, то есть, тоже брать все от компании. По статистике, в 22% случаев из 100 дети начинают употреблять алкоголь за компанию. Если ваш ребенок не обладает лидерскими качествами, является ведомым, то попав в среду пьющих подростков, он обязательно начнет пить. Компании затягивают, все пьют, как бы, ты не хочешь быть белой вороной, поэтому как бы вместе со всеми пьешь. Ну, в компании как бы грех не выпить. Как бы пил я только в компании, а в компании я был каждыми днями.
компания, как правило, разновозрастная. То есть разница в возрасте 2, 3, 4 года между ребятами. Но правила такие, что употреблять спиртное надо равномерно. Поскольку они все как бы сбросились на это спиртное, значит, должно быть равномерное распределение этой дозы на всех. Но здесь есть подросток, которому 16 лет, и есть подросток, допустим, которому 13 лет. И они употребляют одинаковое количество спиртного. У детского и подросткового пьянства есть свои отягощающие особенности. Например, подростки не могут пить мало. Одним бокалом пива дети никогда не ограничиваются. Ежедневные дозы спиртного, которые употребляют подростки 14-15 лет, могут убить взрослого. Ну, в общем, литр 4,5 на одного человека. Да, или там, ну, это в обычный день, в будний, не в праздник. Бывает не только 4, бывает ящиками пьют. Ну, ящик водки на троих. Ну, у каждого своя доза в компании. И градус у каждого свои. Кто на сколько гораздо? Много. Пока плевать начнем. Количество и частота употребления, оно, ну, просто иногда в голове не укладывается. Подросток уже пьет, ну, до тех пор, пока есть что пить. Вторая особенность детского употребления спиртного в том, что рано или поздно ребенок начинает смешивать алкоголь с наркотиками. Дети в силу, так сказать, стремления к экспериментаторству и познанию чего-то нового, они предпочитают экспериментировать. К выпивке постепенно присоединяются травка, таблетки, клей, героин. Для ребенка, зависимого от состояния кайфа, уже не важно, чем его достигать. В ход идут любые вещества, которые изменяют сознание. Но всем наркотикам протаряет дорогу именно алкоголь. Кто-то приносит анашу, потом уже кто-то героин принес и не смогла отказаться. Вот 18 лет я уже сидела на игле, вот, и моя жизнь превратилась в ад, и я попала в реабилитационный центр для наркоалкозависимых людей. Началось все с компании и с пива, потом сигареты и уже дальше глубже. Не каждый подросток решится сразу вколоть себе шприц героина. А купить баночку пива и выпить его с друзьями – это легко, это не страшно и социально приемлемо. Наши исследования, которые мы проводили и проводим среди учащейся молодежи в школах города Москвы, в колледжах города Москвы, показали, что около 70% девочек уже к 12-13 годам знакомы с алкоголем. В России за последние 15 лет количество пьющих женщин увеличилось в 8 раз. 90% будущих мам впервые попробовали спиртные напитки до наступления совершеннолетия. Отсюда и возникает эта большая проблема. Что мы будем иметь на выходе через несколько лет у этих детей, будущих мам? Уже когда они не могут жить без табака, без сигареты и без алкоголя. Мы недавние исследования провели в Красноярском крае, в Нижегородской области, в Санкт-Петербурге, в Подмосковье. И оказалось, старшеклассницы девушки, 9 и 11, 9, 10, 11 классы, оказывается, пьют больше, чем мальчики их сверстники. Самая младшая участница эксперимента, 13-летняя Владислава, без проблем смогла купить пиво в ближайшей торговой палатке. Благодатная почва для того, чтобы наши дети спивались целыми классами. Я хочу споить наших детей. Что я буду делать? Ну что делать, раз я их хочу споить и уничтожить? Я, конечно, понижу цены на пиво, на коктейли и на вино. То, что дети водку не пьют, потому что смысла нет. А вот на это я понижу. Причем понижу до нижнего предела. Чтобы ребенок к
когда ему деньги дают на завтрак 20 рублей, чтобы он выбирал то ли позавтракать, то ли пиво купить. Сверху дайте светлое. Хватит чипом брать. Цены низкие. Вот, мы спокойно можем себе позволить там коктейли и так далее. Даже вот если родители дают деньги на занятия, к примеру, там одно занятие у репетитора, один час, к примеру, там стоит рублей 500. И вот если даже делать выводы, то что вот из этих 500 идешь гулять, и на эти 500 рублей там 5 коктейлей можно купить спокойно. Я считаю, что в данный момент против наших детей, против нашей молодежи развязана самая настоящая война. Для чего? Для того, чтобы наше молодое поколение просто убить. Пили все, в принципе, училась. Девочка у нас одна, она занималась спортом, она была мастер спорта там по гимнастике, она не пила вообще, то есть она занималась спортом. И в выпускной она напилась так, то, что ну как бы ей там плохо было. И я с ней учился в одном институте на разных факультетах. И я как-то проходил там мимо дворога, и она сидит там с молодыми людьми, пьет водку. Вы поймите, что вся мощь пропаганды, средств массовой информации направлена на то, чтобы люди пили. И мы сейчас с тобой возьмем кровь из пальца. Сначала скажи мне, у тебя есть жалобы какие-нибудь? Жалобы. И на что? У тебя бывают головные боли? Иногда бывает. Иногда бывает. И ты как-то их снимаешь, избавляешься от этих головных болей, или они проходят сами? Проходят сами. Проходят сами. А сердечко никогда не давало себя знать? Нет. А печень? Печень нет. Правый бок не болел? Нет. В общем, ты считаешь себя здоровой девочкой. Да. В биохимической лаборатории Московского наркологического диспансера номер 8 проводят анализ крови 14-летней Даши. Девочка попала на обследование из детской комнаты милиции. Патруль задержал школьницу, когда та с подругами распивала пиво в парке. Уникальный анализ позволяет определить патологические изменения в организме, которые вызывают алкоголь на самых ранних этапах. У нашей девочки мы обнаружили существенные изменения в функциональном состоянии некоторых внутренних органов. Результаты теста 14-летней Даши. У ребенка, внешне абсолютно здорового, начались органические поражения сердечной мышцы. Есть признаки ранней ишемической болезни сердца. Особенно пострадала поджелудочная железа. Это очень грозный признак, который нельзя оставлять без внимания, потому что такое состояние, если оно хронически поддерживается при продолжающемся злоупотреблении спиртными напитками, оно может привести к формированию преддиабетического статуса, преддиабета, а затем и заболеванию диабета. Это фактически инвалидность. К 20 годам подросток, употребляющий пиво, становится по своим физиологическим критериям ближе к 40-летнему человеку. В организме пьющего подростка необратимые разрушения начинаются незаметно. Ничего не болит. И поэтому признать вроде, что ты алкоголик, это как-то... какой же алкоголик? Да все же пьют. И все пьют. И я пью. А что я пью? Да я просто пиво пью. Я объяснял, ну ладно, это же нормально. Я вчера выпил, значит, сегодня мне плохо. Я сейчас зайду, выпью, мне станет гораздо лучше. А так у меня все нормально. В этом возрасте здоровье кажется безграничным. И ребенок ничего этого не ценит. У кого-то из детей начинают выпадать зубы или волосы. Кто-то перестает расти и набирать мышечную массу. Много последствий разных. Вот синяки у меня под глазами остались на память о тех веселых днях. Что еще там, я не знаю, память, организм как-то, блин, я не знаю, весь разваливается уже, в общем. Почки болеть начинают, то печень болеть начинает, то просто как бы встаю с утра и чувствую уже усталость, да, какую-то. Одышка появилась, плюс гепатит появился. Пьющий подросток обречен на ранние полиневриты. Сначала появляются судороги, потом руки или ноги отнимаются. И это очень хорошо видно вот на больных, которые находятся уже там в третьей стадии, вот бомжей, которые мы видим на улице, да, меняется походка, она становится такой шаркающей, медленной,
маленькими шишками. Вот это вот алкогольный полиневрит в такой же запущенной стадии практически неизлечимо. Вот. Но начинается это все уже в подростковом возрасте, когда человек начинает злоупотреблять алкоголем. В Российской Федерации, это данные Министерства обороны, среди 10 ребят призывного возраста девушки могут надеяться только на 2 в будущей счастливой жизни. А 8 – это будущие наркоманы, будущие алкоголики, будущие пьяницы, будущие преступники, ну и так далее. По мнению врачей, разрушительное воздействие алкоголя на организм подростка, как правило, отсрочено по времени. Например, рождение в будущем умственно отсталого ребенка – это тоже результат употребления спиртных напитков до 18 лет. Один человек пропивает свое сердце, другой пропивает свою печень, третий – поджелудочную железу, четвертый – головной мозг. До 7 класса Артем был круглым отличником, блестяще успевал в гуманитарных предметах, мечтал получить высшее образование, стать юристом. Судьей я хотел быть, потому что у судьи есть личная неприкосновенность. Всегда у меня просто было какое-то такое отношение, что я хотел как-то в жизни такой работать какой-то, где нужно было там общение какое-то, что-то людям объяснять, там разъяснять. Пить Артем начал в 11 лет, пристрастился к пиву. В день выпивал по 3-4 литра. Главной мишенью алкоголя стала психика мальчика. Белая горячка, алкогольные психозы. Артем прошел через это. Галлюцинации там можно вот... Я там по деревьям там лазил, там все такое. То есть это такое непредсказуемое поведение. То есть все, что появилось в голове, тут же сразу, в общем, это можно и сделать. При этом мысли, правда, не очень такие позитивные. После 2 регулярного употребления пива бывший отличник с трудом закончил 9 классов, а в вузе речь уже не шла. Артему поставили диагноз – алкоголизм 2 стадии, частичная атрофия мозга. Ну вот, например, я не помню, вот, как я день рождения свой праздновал, например, в этом году, вот, в сентябре он был, 22-го. Не сильно так помню, что там, в общем, происходило. Сегодня Артему 20. Он прошел курс сложной реабилитации и не пьет уже 2. Работает то грузчиком, то разнорабочим. Я ставлю печать, вот, на коробке. Не самая веселая, конечно, работа на свете, но, в общем, все равно. Ни образования у меня нет, ни денег, ничего у меня нет. Врачи предполагают, что Артем родился с уникальным творческим потенциалом. Так это или нет, мы не узнаем никогда. Это очень печально. Я думаю, что таких детей в России очень много, к сожалению. Бывает то, что мы говорим родителям, то, что там идем на занятия к репетитору, куда-то там на тренировки, ну, кто чем занимается, а сами идем, собираемся в компании и опять выпиваем. Ну, как так проще. Бывает то, что просто с родителям скажем одно и идем, как бы распиваем. Ну, а что? Они не знают, меньше знают, крепче спят. Подростковый возраст – это время обучения. Впитывать в себя информацию, получать все больше знаний, умений, практических навыков. Но как только ребенок начинает употреблять алкоголь, его развитие духовное, физическое, интеллектуальное, культурное останавливается.
родители говорят, что, вы знаете, он у меня был таким способным ребенком. В первом, во втором классе он так хорошо учился, он все хорошо запоминал. А когда они появляются у нас, некоторые не могут выучить 4 строчек стихотворения. Это не потому, что они родились такими, а потому что вот эти органические изменения мозговые превратили их вот в таких, будем говорить, умственных инвалидов. Алкогольное поражение мозга подростка начинается с незначительных симптомов. Головные боли, головокружение, утомляемость. На утро встаешь, просто ходишь так, и ничего не понимаешь. И пока не выпьешь глоток пива или чего-нибудь, просто будешь так ходить. Слабость была, уже как лень было все делать. Не вставать, ничего не хотел. Родители, как правило, списывают это на переходный возраст, не подозревая, что происходит с ребенком на самом деле. Уменьшается объем головного мозга, становится больше воды, ухудшается ее отток по спинному мозгу, по каналам, и она начинает скапливаться в головном мозге. Потихонечку развивается гидроцефалия. И это избыточное давление воды, этой жидкости в головном мозге, дополнительно давит на головной мозг и дополнительно вызывает в нем атрофические процессы. Серьезные, колоссальные органические изменения мозговые. Мы уже не можем компенсировать то, что было упущено на протяжении нескольких предыдущих лет. Вместе со снижением интеллекта в подростке постепенно формируется так называемая алкогольная личность. Ее главные черты – лживость, агрессивность, пассивность, депрессивные реакции, сексуальные извращения, узкий и примитивный круг интересов, эмоциональное огрубение. Некоторые родители даже не верят, что их ребенок стал злоупотреблять алкоголем. И, соответственно, всю информацию, даже вот явную информацию, как бы неосознанно вычеркивают из сферы своего как бы внимания. Ну, родители, они обращают на это внимание, просто у них как бы сейчас вот в современном мире у них свои проблемы, они постоянно чем-то заняты тоже, на воспитание детей не особо хватает времени. Как бы они это все перекладывают там то на бабушек, у кого есть такая возможность. Сами они постоянно на работе, и как бы, блин, им проще закрыться от этих проблем. Алкогольная личность подвержена частым сменам настроения, безо всякой причины. Тупая пассивность может мгновенно смениться злобностью и немотивированной агрессией. У подростка нет критики к своему состоянию, к своей проблеме. А сами подростки воспринимают то, что с ним происходит, как нечто нормальное, ничего не происходящее. Группа подростков в состоянии алкогольного опьянения совершила групповое изнасилование проходящей женщины. И, как позже выяснилось, жертвой оказалась мать одного из подростков, который был непосредственно участником, он был в этой группе, и он был участником изнасилования. Но то, что это его мать, он понял только уже сильно постфактум. Это Петр. Ему 18. Его срок – 7 лет 6 месяцев. Осталось сидеть 5 лет и 1 месяц. Никто от меня этого не ожидал, как бы. Тихий, спокойный, все время поздороваюсь. Пройду, помогу, что надо. Тут такой всплеск, так как-то и не верит. 2 года назад Петр был обычным школьником-девятиклассником. Днем учился, вечером встречался с друзьями. Пару раз в месяц компания выпивала, как и в тот день. Ну, пришел со школы к бабушке, как обычно. Зашел, помог ей по дому и пошел к другу, к Ваське. Вася его звать. Ну, в общем, мы напились. Напившись, подростки вломились в чужой дом, жестоко избили хозяина, а сам дом подожгли. В пьяном угаре, совершив преступление, мальчишки даже не пытались скрыться. Дальше пошли гулять. Ну и там буквально недолго наряд милиции взял нас. Ну, жизнь я перечеркнул тем, что злоупотреблял алкоголем. Выпил, совершил преступление,
получил, оказался в местах лишения свободы. Одноклассники сдавали выпускные экзамены, а 16-летнего Петра везли по этапу. Доучиваться пришлось в тюрьме. Сначала в так называемой малолетке, теперь в колонии общего режима для взрослых. Когда Петр выйдет отсюда, ему будет 24. Сейчас его дни проходят примерно так. С утра в 6 часов подъем, отправляемся, все. Умоемся, в столовую сходим, потом на работу. К вечеру придешь в отряд, вечное время. Письмо написать, и нет, телевизор посмотришь. Ну и все, 22:00 спать. Так все примерно однообразно. Ну, здесь тяжело видеть каждый день одно и то же. Вот для меня это лично очень тяжело. Это. То есть ты просыпаешься вот каждый день одно и то же, одно и то же. Другой заключенный, 20-летний Николай. Мы сидели, отдыхали, выпивали спиртное. Вот пришел мой друг, он пожаловался, якобы его кто-то избил, попросил помочь. Мы пошли на то место, где он говорил, что его избили, показать. И получилось совсем по-другому. То есть он показал на человека не того, просто хотел сорвать злость. Мы его избили, забрали у него ценные вещи. И выпил я не столь много, бутылку одну. На первом собеседовании, когда осужденный поднимается на отряд, ему, естественно, задается вопрос. А для чего ты совершал это преступление? Они говорят, дурак был. Такая фраза. И таких случаев, нелепых и страшных, здесь большинство. 90% всех преступлений совершаются подростками в состоянии алкогольного опьянения. Колонии забиты до отказа мальчишками, которые украли, избили, убили, напившись до невменяемого состояния. Отсюда они выйдут другими людьми, повзрослевшими под влиянием зэковской морали. Со свежими наколками на теле. Больше половины из них вернется обратно. А дайте, пожалуйста, еще пиво, только... Давайте, достаточно. Спасибо. Все участники нашего эксперимента выполнили задание. Это оказалось на удивление легко. Нашей следующей целью было выяснить, как реагируют взрослые на компанию детей, прилюдно распивающих спиртное. Участники эксперимента все те же подростки, им от 13 до 15 лет. Мы меняем содержимое бутылок и банок на воду и сок. Ребята располагаются на скамейке в одном из скверов в центре Москвы и демонстративно пьют. Мы проходим мимо и отводим глаза. Мы стараемся не замечать эти веселые компании. И не думать, что рядом с нами и с нашего молчаливого согласия спиваются дети. За 3 часа эксперимента пьющим детям не сделал замечания ни один человек. Они сейчас дуют пиво на улице при всех, и в метро, и ничего в этом зазорного даже и не видят. Мы часто собираемся, как бы выходим на улицу вечером прогуляться, ну, там где-то соберемся, компании там на школьном дворе даже бывает. Даже бывает, что охранник выйдет из школы, посмотрит на это все и обратно зайдет. Вот на трибунах сидим, выпиваем. Максим. Один из 10 обитателей центра реабилитации для наркоманов и алкоголиков при Покровской церкви в селе Ерино. Молодой человек приехал из маленького города под Питером. Этот центр – его последний шанс. Он начал пить в 12 лет. С 15 к алкоголю добавились наркотики. В невменяемых состояниях я вымогал деньги, воровал с дома, вещи выносил.
То есть, и, кстати, очень интересный факт. Выносишь вещи из дома и все равно себе говоришь, что это все нормально. Так оно и должно быть. Это все нормально. Никаких проблем у тебя, Макс, нет. Все хорошо, короче говоря. А это просто, ну, телевизор, ну, зачем он им? Они его смотрят очень редко. А тебе сейчас нужны деньги. Поэтому возьми его, отнеси туда. У тебя будут деньги. За очередную кражу его арестовали. Дали условный срок. В центре реабилитации он уже 16 месяцев. Здесь жесткая дисциплина. Алкоголики и наркоманы живут как монахи. Труд, молитвы. Они практически не общаются с внешним миром. Самостоятельно отлучаться из центра нельзя. Сейчас Максим не пьет, но желание выпить, болезнь, будет находиться в нем всю жизнь, как бомба замедленного действия. Слава Богу, есть люди, которые бросают пить и не пьют всю жизнь. Но все равно зависимость у них есть. Если он, не дай Бог, по каким-то причинам когда-нибудь снова вернется к этому, он не удержится. Все, его метаболитические процессы нарушены. Алкоголизм – это болезнь. Болезнь, можно сказать, неизлечимая. Пьющий подросток лишает себя своей личности и не проживает той жизни, которую мог бы прожить. Интересной, богатой, полноценной. Его судьба – непрожитая жизнь. Они продолжают жить, не зная зачем. Потому что никаких целей у них в жизни нет. Они не надеются создать семью, потому что... Они никого не способны полюбить, у них не на что содержать эту семью, потому что чаще всего это люди, человек им не работает. Вот. У них нет никаких обязанностей перед детьми и желания этих детей иметь. Все, что ему остается, один повторяющийся убогий день у палатки с пивом или на скамейке в парке. В общем, это очень печальная история. И вот она начинается. Она начинается в подростковом возрасте. Нет, что, я употребляю только благородные напитки в интеллигентной компании, ну, с родителями, с друзьями, там немножко вина или шампанского. И в большинстве случаев дети первый раз пробуют алкоголь в своей семье. Это происходит либо случайно, не доглядели, либо родители сами дают ребенку выпить для аппетита. У меня был раньше отчим, который мне покупал. Он сам пил и давал ему. Ну, раньше мне как папа больше нравился, потому что он мне разрешал, там сам пьет и мне разрешал. Ну, некоторые родители детям предлагают алкоголь с одного года. Один год исполнилось ребенку, и его поздравляют с днем рождения и дают ему выпить глоток водки. Ну, считается, ничего страшного. Родители сами наливают ребенку, будь то это шампанское на Новый год, как правило, это начинается с шампанского, либо с пива. Поэтому, когда вы возмущаетесь, что ваши дети пьют, вы прежде всего загляните в свой бар, где стоят эти бутылки, и посмотрите на себя в зеркало. Первое место в мире по количеству больных алкоголизмом среди подростков. Мы уже занимаем устойчиво 5-7 лет. Это уже как бы вот официальная статистика. Наш эксперимент показал, спиртное детям в России продают безоговорочно. Общество проходит мимо. Родители ничего не замечают или говорят, пусть лучше ребенок выпьет дома, чем где-нибудь еще. Это дети из интерната города Михайлов, Рязанской области. Большинство из них – дети пьющих родителей. Их мамы и папы лишены родительских прав. Таких детей в России сегодня миллионы. Наш интернат является одним из лучших в Рязанской области. Но и при этом будущее наших детей вызывает большую тревогу. А что касается обычных выпускников интернатов по всей России, 40% из них делаются алкоголиками, 40% попадают в тюрьмы, и в большинстве своем становятся рецидивистами. 10% кончают жизнь самоубийством, и только оставшиеся 10% находят силы
начать нормальную жизнь. У всех этих детей, кроме родителей, естественно, были дедушки и бабушки. Так вот, эти их дедушки и бабушки в большинстве своем не алкоголики, а нормальные, обычные люди, которые и в страшном сне не могли представить себе, что готовят своим внукам такую судьбу. Не могли представить этого, когда в праздник наливали тогда еще маленьким папам и мамам этих детишек вино или водку. Не могли представить, какое страшное преступление совершают, когда не обращают внимания на то, что их дочь или сын приходят после школы выпившие. Большинство этих детей в третьем поколении происходят из благополучных семей. Сейчас в научной среде популярна теория новой эволюции. Цивилизация максимально обезопасила нас от голода, холода, эпидемий и природных катаклизмов. На смену естественному отбору пришел отбор искусственный. Люди стали деградировать и лишаться жизни из-за наркотиков и алкоголя. Однако никто не может лишить человека права выбора – стать жертвой этого жестокого отбора или полноценной личностью, способной на труд, творчество и любовь, человеком, способным на счастье.